Я вам сегодня покажу, как я пересаживаю пеларгонии свои, чтобы они, во-первых, не понимали, что их пересадили, и совершенно не почувствовали пересадку, и не болели после этого, и быстро пришли в себя. И очень экономно по времени, и совершенно легко и просто. Вот у меня есть такая вот барышня, которая уже тесно, поэтому она не растет, не цветет. Вот этот горшок ей тесен, но это был транспортировочный горшок, поэтому вот сейчас я его буду пересаживать в горшок побольше. Я уже немножко тут насыпала земли и дренажа. Ну, в общем, утрамбовываем слой земли и примеряем, как вот она вот так по росту примерно, чтобы земля вот так тоже была. Ну, то есть надо насыпать вниз столько земли, чтобы она не была ни выше, ни ниже, не заглублена. Вот так примерно. Вот так. Я ее заранее намочила, чтобы грунт сцепился с корнями, не осыпался. И вот этот грунт, который я буду сейчас досыпать, тоже замочила, немножко намочила, чтобы он был сцепки такой, ну, слеплялся немножко между собой. Вот так ставим горшок ровно. И по бокам я досыпаю грунт и хорошенько вот так его утрамбовываю вокруг горшка. Как бы делаем гнездышко такое. Вот так прям сильно, прям хорошо утрамбовываем. И по бокам все выравниваем, конечно. Ровно. Засыпаем, плотно утрамбовываем. Это способ известный, тут ничего я не изобрела, но я первый раз, когда попробовала, мне понравилось, потому что это быстро, легко. И пеларгонии, да и вообще другие цветы можно так пересаживать, естественно. У них не страдает ни корневая при этом, и они вообще не понимают, что их пересадили, и быстро идут в новых горшках рост. Вот. Утрамбовали. Теперь мы вытаскиваем. Ай, вот этот горшок вытаскиваем. Все там уже есть. Теперь мы так вот берем. И вот это вот тут уже вот и как тесно было. И вот в эту раз. И получается, что она уже тут как и была. Вот так. Не заглубили. Вот эту вот всю капусту, так называемую, надо отрывать. Потому что это бесполезные побеги. Вот тут у корня идут. А вот этот хороший. Вот так утрамбовали. Конечно, на солнце сейчас мы ее не ставим. Там несколько деньков пусть постоит без освещения солнечного прямого. Потом она поедет за балкон.